по законодательству такая возможность есть, отработать еще почти 3 года в рамках этого периода полномочий, и еще один период полномочий возможен в случае вот перечисления того, о чем я сказал. Ну и потом, безусловно, хотелось бы сделать много доброго, хорошего для смолян за этот 8-летний период в будущем, достичь здесь хороших результатов и продолжить тот или иной свой карьерный рост. Поэтому ставьте цель, это главная мотивация, достичь этой цели. Ее достигнете, следующую мотивацию ставьте. Вот разные же бывают мотивации. Я про карьерную мотивацию говорю. Вы можете, например, думать о том, как создать хорошую семью, встретить хорошего молодого человека.